Всем привет! Сегодня 21 января. Вон Чича вышла, Кося видела. Сразу порядки наводить. Пошла проверить, что там, кто приходил, кто ходит. Все щели, что-то бухает со всех сторон сегодня. Вчера еще объявили, что на Маяцком водогоне авария электрическая. Но как раз у меня же такая линия с Маяк запитана водой. И будет сегодня проводиться ремонт. Отключено будет от света весь рыбхоз, голубовка, выбасовка. Будут ремонтировать водопостачание. Вчера слабый напор был, но к вечеру вода закончилась. Я так сегодня пораньше встал, быстренько, чтобы все дела поделать. Вот, потому что, думаю, там написали с полдесятого до двух, не будет света. Но сейчас вот пришел около 12, свет есть и вода уже есть. То есть отремонтировали, видно, быстро, может... Ну, кстати, света не выключали, у меня лампочки такие диагностические есть на светильниках. Я говорил, что если свет выключить-включить, то работает там какая-то подсветка. И сразу видно, что свет выключали. Так что нет, свет был и вода уже есть централизованная. Хорошо, пополняю запасы, выгулял Чичу и пойду сейчас я в ресторан. Погулял по городу сегодня. Попал сегодня в такую диковинку. Давно уже 100 лет не ездил. Ну, я вообще троллейбусами раньше ж не ездил. Вот, но эти последние месяцы езжу вот троллейбусами, новыми, красивыми. А тут пришел наш вокзал, и троллейбус такой древний-древний такой. Ну, на ходу ездит. Думаю, какая разница, стоит и стоит, поеду. Да, как-то давно уже забыл такое ощущение, что, в общем-то, на улице, ну, солнышко вот хорошо сегодня. Ветерок дует, северный, конечно, прохлада, холод и движется. Ну, не сильный холод, ну, такое. Так вот, сел этот троллейбус, а он прямо как какой-то каземат, со всех щелей дует, то есть там, где даже нет ветра, там сквозняк образовывается, и весь он какой-то холодный, неуютный, такой старый. То есть даже если холода вокруг нет, то в нем, как это, знаете, в фильмах ужасов показывают, заходишь в комнату, там где призрак, там холод такой присутствует, вот как-то здесь такой троллейбус. Ну ничего, поехал, все нормально, людей там набилось, сразу отдышали, может он просто с парка выехал. Такой давно стоящий в архиве троллейбус. Архивный троллейбус, в общем. Так что вот такая микродиковинка. Ну, тарахтит что-то, тарахтит. Бухает. Ну, а собачки заняты все своим делом. Я сейчас тоже всех выгуляю и пойду. Чича уже будет погуленная. С утра завтрак, хотя она не захотела, потому что рано встала. А сейчас как раз, наверное, у нее будет ползавтрак, полуобед. А может и обеда дождется уже сразу. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения. Вот такой у нас прожектор сегодня. Почти весенний. Погодка вообще хорошая. Весенняя, пускай она такая будет до самого мая. Все, всем пока.